начался сезон активности клещей, численность активных клещей будет нарастать. И к середине мая, до середины июня будет пик численности, то есть их будет очень много в лесах. Клещи будут кусать, по сути, в принципе, весь сезон. Будет еще небольшой пик в конце лета, середина августа до сентября. И последние укусы у нас регистрировались вплоть до октября месяца, то есть до заморозков. Клещи будут на протяжении всего теплого периода.